Московской области, флаг городского округа Харьков. На центральной площади города восстановленная группа 154-го отдельного комендантского преображенского полка, фонарем почетного караула полка, участвует во всех крупнейших мероприятиях, проводимых руководством государства в нашей стране и за рубежом. Спасибо за победу! Уникальная победа в Великой Отечественной войне, нравственный коммерсант. Военнослужащие 336-й отдельной гвардейской Белостокской орденов Александра Суворова третьей степени и Александра Невского бригады морской пехоты, дважды краснознаменного Балтийского флота, которые прибыли к нам с парада на Красной площади. В настоящее время военную службу в 336-й бригаде проходят жители нашего города Дмитрий Андреевич Грищенко и Ярослав Викторович Гончаров. И мужество личного состава, проявленных в боях по разгрому немецко-фашистских захватчиков, и Владимирскую Белостокскую орденов Суворовой и Александра Невского бригаду морской пехоты. Командир парадного полка морской пехоты, командир бригады, полковник Лазуткин Андрей Александрович, награжден орденом мужества, медалью за отвагу, медалью Суворова. Идет и небесная прочь, и шумит ветер.
Проснется. У нас будет.
думаю. Каждый день вижу во сне хлеб, хлеб, хлеб. Да еще перед сном мысль, что через 12 часов пройдет ночь и съешь кусок хлеба. Пишу, рука дрожит, иду, а в коленках такая слабость. Кажется, шаг ступишь, больше не сможешь и упадешь. Но город ждет, город хочет жить, хочет он жить. Хочет созидать, он хочет радоваться жизни. И город-герой этого момента дождется. Будем ждать, будем терпеть, будем сражаться. Защитников Ленинграда, героизм и мужество жителей вдохновляли всю армию, всю страну. Планы Блицкрига были сорваны. Thank you.
памятник танкистам-освободителям Севастополя на Маковой горке, которые воевали на танках со знаменитой пушкой Грабина, стал одним из самых первых памятников, установленных в честь погибших советских воинов. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Неужели он снятся атаки? Неужели он снятся атаки? Те, кто с этих холмов не пришли. На саду горой цветут тополя, на саду горой летят журавли. Но плывут из края в край по полям эти маки, маки соли земли. И казалось бы, ну что в том за страсть? Много лет они бывают в стране, а хохочется все травы упасть. В красных маках полежать на земле. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки? Те, кто с этих холмов не пришли. Сегодня мы говорим спасибо героям. И мы горды тем, кто является частью непобедимой страны, великой России!